Всем привет. Ставим, вклеиваем стекло на газель. Можно было вдвоем, но всем табором. Пашка, что мы делаем? Примеряем стекло. Примеряем стекло, где посмотреть, где стойки винтом, где что, да? Да, и надо еще эту резинку. Где? Резинка, я ее в бане положу, чтобы она ровненько была. Надо нести. Ее надо, говорят, тоже сразу одевать. Сразу. Обязательно. Но. Потому что ее поджимать надо будет стекло наверх. Короче, ты сейчас хочешь посмотреть, где больше клея наносить, да, герметика. Потому что мы же этот вот верхний угол надо больше. А здесь по углам, да, здесь много было. Да. По углам. Но стойки хорошо прилегают, так-то. Здесь крыша не держала, и вот это вот низ не держал. Ага. Да, еще. Так, сюда подкладочки, может, подложим сразу. Есть опор, стекло село. Ну, по резинке уже. Резинку. Да, приподнимем, сколько можно. Так, а ладно, я попробую. Нам все равно болгарка нужна. Ну вон же она. Сверху серый. Так, наковальню ты забрал? Антон Антонович замудрил тут подставочки специальные. Так, хорош. Это все максимально, ну-ка. Ну да, наверное. Придется еще подложить сюда что-то. Ну, сейчас там отрегулировать по этой. Там посмотрим. Нет, сюда ты хотел. А, туда, да? На, пока сюда. Давай. Тут тоже видишь, сколько по краю. Ну, подставки придется делать. Сейчас посмотрим там. Ставим. По резинке. Резинку ставим, посмотрим, насколько закрывается. Хорош. Тихо-тихо. Чуть-чуть вот так. Пошире. Стороны, а я здесь давай, поддержу. Опа. На ребро несите ее. Так, 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 так. Молоток надо убрать, это еще мало ребро. Пусть что ты лежал? Пусть бы лежал. Давай резиночку так, а сюда сейчас колодочки какие-то, подкладочки, что сюда можно сделать. Где резинка-то? Сделать, да? Полосмасочка, блин. Сейчас я покоробил ее. Одну бы мне шайбу, что где-нибудь. Что хотите? А? А, вы разрезали ее, да? Разрезал, потому что не хватает высоты. А так мы можем его поднимать уже относительно стекла. Ну, примерно так вот пока поставим. Это мы делаем, потому что у нас присосок нету, да? Нет. А на присоске были бы, можно было кш-кш-кш. А, ты попробуй. Да, это ты в руках, а потом он уже вес имеет, ты все время не будешь держать на присосках, ты отпустишь, резина не успеет схватить. А, то есть она будет скатится опять. Конечно, а здесь она будет стоять уже на фиксаторах. Давай, ставим. Да, все, что ли? А, прикинка, примерка. Я пошел. Давай, иди, иди. Держи эту. Край вверх держи. На тумбочку завозь. В армии служил, Мишка? На тумбочке. Блин, Серж. Так, пускаем потихонечку сюда. Мишка, ты там с той стороны придерживай. Я здесь. Пускай. Так, смотрим резиночку. Что там, ничего никуда не поедет. Оно. Так, ну-ка теперь давай попробуем приподнять его туда. Попробуем. Максимально. Серж, помоги. Вот, уперся. Все, да, уперся. Все, уперся. Нормально, хорошо там уперло. Ну-ка, хорошо уперло. Сейчас я проконтролирую, подождите. Антон Антонович, за ними же надо глаз да глаз. Вроде плотно, да? Так, ну в таком положении держим, вот сейчас и фиксируем. Сейчас мы его поднимем, да? Вот мы его подняли, мы его держим, потому что мы будем устанавливать именно здесь.
Зафиксируем стеклышко. Все. Так, сейчас ту сторону. Подняли. Уперли. Угу. Так, а по этим, по боковым зазорам оно? Да нам там потом подрезается эта резинка. Не-не-не-не, вот по стойке, по стойке. Ну, по стойке. По-моему, на ту сторону надо. На ту немножко сделаем. Ну-ка, давай, давай, потому что здесь себя. По радиусу изменится. Сразу. Так там все есть, и грунты, и очистители. Так. Наверное. Что ты, Павлик, делаешь? Тампон, огурец. Скальпель. Спирт. 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 Обезжириваешь? Что это? Да. Скажи, что за... Вот, дай на бумажку, почитаю. Очиститель. Очиститель написано, да? Видишь, смотри, сколько у тебя тут грязи. Может, ты мне даешь этот антисиликон проще? Что там за бабы воют? А, вот это прайм, да? Так, а, ну, тут два раза пройти, тут еще... А, праймер. Оптимус прайм. Вот такой набор. Террасом. Один, короче говоря, взяли на запас. Продаваны там конкретно сказали, бля, ребята, на газель вам точно не хватит. На Петю с тросточкой говорим, что не хватит. Вот сейчас посмотрим, хватит одного баллона на газель этого герметика или нет. Не хватит. Не хватит? Тут смотри, какие выступы на стойках. А, то есть где-то нужно вот, больше и, добавлять, вон, да? Какие. Тут вообще щели. Угу. Вот, Мишка, купили-то, а? Сидуху какую от минивэна, блин. Сейчас только, бля, в боксе ей стоять, наверное. Нет. Нет, ага, Пашка? Нет. Да, блядь, не подошла она нам в газель, блин, ни хрена. Да я ж тебе телевизор-то подогнал. Какой телевизор? Не знаю я ничего. Чудесно, будет. Подогнал мне телевизор без динамиков, нахрен. Ё-моё, только видеонаблюдение им смотреть. А у тебя салазки здесь отрезанные. Где-ка? А вот на. А это ты, варвар, отрезал, взял их. Ты по что отрезал? А я тебе их, кстати, отдам. Они вон они прибраны у шкафчики. У шкафчику. Ладно. Тут что-то у нас. Нет. Ничего. Так, как там сказано? Одним махом. Да тут не хватит этого тампона. Это ты. Что ты хочешь? Крути его так. О, Пашка, как бык нассал. Это я. Пик, 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 пик. Кардиограмма. Что ты долго так будешь Ой, циркулировать? Нашел, желательно одним махом делать. Руб нашел! Это мой. Откуда ты знаешь, что это твой? Он же в моем боксе. Подписанный Паша. Тут все мое. Да-да. Так. И что, все что ли? Там 5-10 минут постоять ему. И вот эту вот фигню наносить. Так что-то, Пашка, ты тоненький как-то. Может вообще его промазать нормально весь? А я же прошел антисиликоном, все. Че, где ты прошел? Ты же не все прошел. Всю шелкографию прошел. Прямо вот всю вот так вот, по ширине. Я по уже себе. Тряпкой же прошел. А это что такое? А это праймер, этот грунт. Угу. Ну, промашешь. Так, давай сейчас на кузов. Это как-то все быстро надо делать, говорят. Да. А на другой запах у него. Запах другой? Да, и черный. Закручен. Чем пахнет? А? Нет, туда-сюда. Чем пахнет? Пашка, у нас есть... У меня есть такой один знакомый, короче. Он... У него свой КамАЗ. И это... У него дочка маленькая была, а он, короче, постоянно в КамАЗе это. Ну и
дочка что-то балуется, он, короче, ей вот так кулак носа был. Чем пахнет, бля? Она говорит, саялой. Я всегда с собой беру. Да. А ты что думал, Андрюха? Так просто не заходят же. Только через камеру. Опять попал. Кадр. Ну это и кадр, однако. А что нам так быстро высыхает? Тебе же сказали там. И все. Во! Ну, сейчас, блин, наморает тут на. Он сюда тоже наноситься должен, да? Да. Продукт 4. Да какой? Плотнее, Юрь. Нет. Конечно, станет. А если на краю-то не надо, ну давай. Так я наоборот краю сейчас делаю. А потом посередине? Не, потом не буду посередине. Достаточно будет. Ух-ух. Так, здесь вот. Чё там? Как там? Давай, Пашка, ты вот это возьми. Павлик, держи там как-нибудь. Серый, ты пока не опускай. Так, сейчас я залезу. Давай, я держу. Давай, я подержу тут. И что? Да-да, вот так вот, ага. Изнутри, Павлик, прихватывал. Ты изнутри давай, Мишка, руку. Ты давай, держим, держим, давай быстрее. Во. Все. Так, теперь полностью не ложи, а садим на эти, на... Ко мне. Приподнимайся. Еще надо. Еще ко мне надо. Так. Еще надо? Да, будет. Ну-ка, равно. Так. И опускаем по чуть-чуть. Ты сюда. Что там, еще надо? Так. Сейчас посмотрю, подожди. Почти что попали. Опускай туда еще. На его. Вот так вот, наверное, будет, да? Да, вот так, наверное, по-моему. О, здесь внизу хорошо выделился. Четко. По стойкам. Нижним. Внизу выделился. Туда выделился. Салон. ЖК тут тоже так же нормально. Одного флакона под за глаза хватает, так что не покупайте на газель, герметик второй запасной не нужен. Парни, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем добра, до новых встреч.